Глава Люберец Владимир Волков встретился с активом местного отделения Союза женщин России. Инициаторами круглого стола выступили члены сообщества многодетных мам городского округа. У них накопилось много вопросов и предложений к представителям власти, органам соцзащиты и других сфер. Подробности в материале моих коллег. За этим столом лишь небольшая часть сообщества многодетных мам городского округа Люберцы. На сегодняшний день организация объединяет более 400 женщин, которые воспитывают больше двух детей. Здесь собрались самые активные и инициативные. У нас очень много планов, очень много задумок. Следующий год будет очень интересный с точки зрения цифр. Нам исполняется городу Люберцы 400 лет. И, конечно же, очень большое количество мероприятий, которые мы только планируем провести, задумок, реализации многих объектов, мы об этом должны говорить. Обязательно нужно включить в рабочую группу наших женщин, чтобы ничего не забыть, не упустить. А пока участники встречи обсудили вопросы насущные среди тем, которые подняли женщины, установление статуса многодетной семьи и назначение социальных выплат. Хотелось бы, чтобы вот как-то вы вынесли вот некоторые предложения на рассмотрение, да. Это чтобы было какое-то пособие для многодетных семей, для детей из многодетных семей, независимо от статуса малоимущего. Да. Потому что бывает, что там 6-7 детей, а как бы не получаем пособие, потому что не малоимущие. Многодетные мамы попросили увеличить размер компенсации на школьную форму до 10 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 3 тысячи. Среди предложений – запуск социального проекта «Маме на время», который направлен на поддержку женщин, воспитывающих детей-инвалидов. Обсудили за круглым столом и открытие дополнительных специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такая возможность у нас будет, но, скорее всего, это будет 10-я школа на поселке Калинина, 10-я школа, потому что там еще от мощности можно посмотреть свободные кабинеты. Вы понимаете, что это специализированные условия пребывания детей. Все предложения, поступившие на этой встрече, взяли в работу, а с вопросами, которые требуется решить на федеральном уровне, пообещали помочь представители Совета депутатов городского округа. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.